В Германии произошло лобовое столкновение двух поездов. Как сообщает информагентство, не менее 4 человек погибли, около 150 получили травмы. По версии полицейских, это было лобовое столкновение шедших навстречу друг другу по одному пути поездов на юге Германии. Инцидент произошел в 60 километрах к югу от Мюнхена. По последним данным, не менее 4 человек погибли, различные травмы получили около 150 человек, у 40 из них тяжелые увечья, а 15 находятся в критическом состоянии. Известно, что один из поездов сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулось. Многие пассажиры заблокированы в искореженных вагонах, им сейчас помогают десятки спасателей, на месте также работают медики и вертолеты экстренных служб. Причина инцидента пока неизвестна, ведется расследование.